Важное приобретение. Для Ивановской области закуплено 4 дезинфекционных установки на базе автомобиля УАЗ-Патриот, которые помогут в борьбе с африканской чумой свиней. Получить специализированную технику удалось в рамках программы развития сельского хозяйства Ивановской области. Эти новенькие дезинфекционные установки будут работать в Шуйской, Родниковской, Тейковской и Гаврилово-Посадской районных станциях по борьбе с болезнями животных. У нас разработана программа до 2024 года, но при этом надо отметить, что в этом году почти в два раза увеличено финансирование по сравнению с предыдущим годом. Приобретенное оборудование стоило бюджету порядка 6 миллионов рублей, но также поможет в случае возникновения необходимости оперативно реагировать и устранять. С африканской чумой свиней наш регион знаком не понаслышке. В предыдущие годы были зафиксированы вспышки в Ивановском, Савинском, Шуйском районах. В этом году, к счастью, очагов заболевания в нашем регионе не было. Но к встрече с таким страшным заболеванием, от которого нет лекарства, нужно готовиться заранее. При вспышке, значит, можно выехать в лес. Она проходимость этих транспортных средств очень хорошая. И на месте проводить все это мероприятие для оккупирования данного заболевания и дезинфекции вот этой местности, где произошла этот случай. Вместе с машинами была приобретена вот такая мобильная палатка, которая поможет специалистам в случае введения карантина в той или иной зоне проводить необходимые мероприятия. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.